Получить налоговый патент теперь может больше индивидуальных предпринимателей. Раньше в списке было 47 видов бизнес-деятельности, сейчас 63. Теперь документ могут приобрести предприниматели, которые занимаются кожевенным производством, заготовкой леса, уходом за стариками, устным и письменным переводом и многие другие бизнесмены. Также цена теперь зависит от места, где трудится индивидуальный предприниматель. Регион теперь разделен на 5 зон. Патентная система выгодна, отмечают налоговики. Оплачивает стоимость патента и осуществляет ту или иную предпринимательскую деятельность. И это может, этот патент может выдаваться как сроком на 1 месяц, так сроком и на год, и на 6 месяцев, и на 5 месяцев. То есть удобно для тех, кто сезонно осуществляет деятельность или по тем или иным причинам не может круглый год осуществлять. Плюс возможность не применять контрольно-кассовую технику. Это альтернатива таким популярным системам, как упрощенная система и единый налог на вменённый доход.